Контейнерный сад – это очень красивая вещь. Но еще контейнерный сад – очень модная штучка сегодня. Идей для контейнерного сада множество. Главное иметь в наличии некоторое количество разных горшков и горшочков. А если где-нибудь в сарае или на чердаке у вас сохранились чугунный утюг или простая оцинкованная лейка, считайте, вам несказанно повезло. Но к антиквариату мы вернемся попозже. А для начала выясним, как посадить цветы в горшки, которые станут основой контейнерного сада. В зависимости от того, какой у вас контейнер, высаживать растения нужно по-разному. Керамический горшок требует небольшого количества керамзита, а дальше плодородная почва. Для пластикового горшка потребуется керамзита в два раза примерно больше, чем для керамического. А вот железный, металлический – самая сложная вещь. Тем не менее, и в нем неплохо могут себя чувствовать цветы. Главное – соблюсти некоторые правила при посадке. Керамзит необходимо насыпать на 1/3 от общего объема горшка. Затем добавить слой песка приблизительно 3-4 сантиметра, и только затем – грунт. И теперь я в него могу посадить любое растение. Но, конечно, по размеру оно должно соответствовать этому контейнеру. Используя принцип посадки растений в металлические горшки, теперь вы смело можете дать вторую жизнь старой лейке, утюгу или самовару. Контейнерный сад очень хорошо размещать на подпорных стенках, на ступеньках. Ну а если перепадов уровня у вас просто на участке нет, тогда их можно придумать. Возьмите самый обыкновенный поддон для кирпичей. Проделав небольшие реставрационные работы, вы получите стильный садовый стол. Контейнер вы выставляете группой на этом столике, и затем его можно перекатывать с места на место. А еще можно разместить цветочную композицию на лужайке перед домом. Если у вас есть остатки старой битой плитки или керамогранита, просто раскидайте их живописно по газону и между ними поставьте контейнеры с растениями. Такое оформление контейнерного сада – одно из самых простых, но в то же время и самых эффектных. Нужно учесть, что земли в любом контейнере, конечно, меньше, чем в цветнике. Обязательно нужно подкармливать, а удобрения лучше взять для комнатных цветов. И чтобы растения цвели весь сезон, осматривайте их раз в два дня. Как только вы обнаружите поникшие соцветия, сразу обрывайте их. А то в скором времени растения будут состоять из одних листьев. Соблюдая нехитрые правила, вы получите замечательный сад в тех контейнерах, которые вам нравятся. И ваш контейнерный сад будет вызывать восхищение соседей и гостей.